что мы живем ради всех, ради тех, кто сегодня живет в стране, ради тех, кто живет в других государствах. За эти тысячелетия было создано могущественное государство, великая страна, размеры которой сегодня удивляют многие народы. И самое главное, наша страна, она многонациональна. И в этом наша с вами сила. Сегодня многим, может быть, не нравится, что мы не живем под указку отдельно взятых государств. Сегодня не нравится, что Россия самостоятельное независимое государство, которое живет интересами своего народа. В свое время философ Иван Ильин говорил, что у России в мире нет искренне дружественных государств, искренне поддерживающих. И русский народ может надеяться только на Бога и на самого себя. И все это нас делает сильным. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, что сегодня Россия для россиян, и поставил задачу поднять уровень жизни наших россиян, увеличить заработную плату, пенсии, создать комфортные условия жизни как в городах, так и на селе. И мы эту задачу все вместе с вами будем выполнять. Поздравить вас со светлым праздником Днем России. Пожелать всем здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой. С праздником, дорогие друзья!